Всем доброго времени суток, с вами Грегор Эдшард, и сегодня у меня, к сожалению, можно сказать, плохие новости. Это связано с моим ноутбуком Lenovo IdeaPad 330. В общем, я знал, что это так может произойти с этим ноутбуком, но не знал, когда это произойдет. В общем, сегодня у меня произошел трындец, и у меня, можно сказать, слетел его родной зарядник. Сейчас покажу, сейчас его достану, вот, вот он. Вот этот зарядник родной вот Lenovo, вот такой вот. Я попытаюсь его показать, вот он. На, в общем, вот, на 20 вольт и 2,5, вроде бы на 2,5 ампера, но... А, нет, извините, на 2,25 ампера, в общем, вот. В общем, новых видео пока что на канале, к сожалению, не будет по техническим причинам. Это то, что у меня ноутбук, можно сказать, точнее, можно сказать, сломался зарядник от ноутбука, но сам ноутбук, можно сказать, не умер. В общем, он еще функционирует, батарея тоже в рабочем состоянии. Но не работает, но сдох только зарядник. Поэтому в ближайшее время видосов на канале не будет. Вот. Ну, в принципе, это пока что все. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.